видео снимаем. Всем привет! Сегодня 10 февраля. Сейчас будем смотреть ту семью, которую 4 февраля мы пытались исправить. Поставили рамки с расплодом и рамку с медом. Что же там получилось? Это вот такой дымарь у меня, так он работает. Я уже рассказывал, это прессованные опилки с клеем очень хорошо. Итак, продвигаемся, не будем затягивать время. Давайте. Это вот та семья, в которую мы подставляли расплодик. А тут пропала маточка. Сейчас мы немножко дыманем, чтобы они это самое ушли. Сегодня, друзья, знаете, сколько? 66 градусов по Цельсию, чи по Фаренгейту, а по Цельсию больше 20 градусов на солнце. Так что мы что делаем? Открываем, смотрим, что у нас тут творится. Итак, друзья, сейчас поглядим, заложили они маточники, чи не заложили. Эта рамочка была, мы подставляли, долго не будем лазить, все равно, сегодня потепление. А вот сюда посмотрите, эх, я зацепил некоторые маточники, видите, потянул рамку, вот, вот этот зацепил и этот зацепил, а этот не зацепил, этот хороший, и вот хороший тянутся, и вот еще третий маточник. Вот, вот, пожалуйста, видно, да? Хорошо, хорошо, посмотри. Один маточник, эти два я зацепил, этот не зацепил, и вот не зацепил. Угу. Так что ничего страшного, надо просто аккуратненько опускать. Вот, с этой стороны что-то ничего не видно. Вот, а вот товарищ укусила, за палец укусила, но жало не сильно давит, но она порвалась, потому что старая пчела. Ты же привык, да? Да, 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 да. Так, аккуратненько спускаем, потому что уже зацепил. Понятно, друзья, это... что надо делать, когда будете ставить рамки или проверять? Чуть-чуть больше расширяйте это самое отверстие, чтобы... Зацепил, это ты нечаянно придавил, получается? Да, да, стесал их, понимаешь, когда вынимал, стесал. Вот, это очень нехорошо. Ну вот, пчелки... Трутни есть, вот он трутень ползает, вот, вот он трутень ползает, вот черненький, вот он сидит, вот он товарищ. Да, большой. Да, пойдет. Так что, друзья мои, можно зимой, в феврале, подставить рамочку, они внутри тепло держат с расплодом, на расплоде автономное тепло, они 36 градусов держат, и будет все хорошо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи, задавайте вопросы, просили сказать, как исправляется. Исправляется. Удачи вам. До свидания. Всем привет. Ну вот получился слет. Сегодня 10 февраля, какая-то семья, видать, ну ослабла, и меда, видать, не было, и слетела сюда. Ну просидят они до вечера, а вечером я сдвину крышку и запущу их туда. Потому что днем они еще сторожа и прочее, а уже вечером будет прохладно, нулевая температура, то они соединятся и не побьются. Не видно, что здесь есть, матка есть и нету, но сейчас проверим. А если их подымешь, они назад в улик будут лететь или нет, просто улетят? Нет, это они где-то вылетели, им уже бедствие, понимаешь? Нехватка этого самого. Вот они едят друг у друга, берут питание. Кто его знает, то ли матка пропала, то, ну, короче, видно, хвосты задирают, по-видимому, без матки. Ну, мы их засунем, короче говоря. Сейчас нет смысла их, они подерутся, а вечером я их засуну. А, насобираются, вечером больше будет, да? Нет, нет, они сейчас и летают, и вечером на кусте. Я сдвину крышу, и они залезут туда на рамки. А. Будет все нормально. Сейчас мы посмотрим другую семью. Вот этим я давал немножко, пол баночки съели. Раз, перевернули. В общем, семья, видать, слабенькая. А где же мой этот самый? Я дел. Секундочку, сейчас принесу. Можешь сделать там. Итак, вот мы берем стамесочку. Ну, сначала мы немножко дымнем, чтобы это самое, товарищи наши были спокойнее. Вот, снимаем тут все хозяйство в сторонку. И будем смотреть, что у нас тут. Это первый раз семейку в феврале смотрю, не всегда. Да, слабоватенькая тоже. Вот, неизвестно, что тут было. Ну, поглядим.
Медок есть. Но пчеловаты маловато, как говорится. Ну, глянем. Глянем, что здесь. Может, что-то тут тоже ослабло по каким-то причинам. Ну, наше дело вытащить и глянуть, что они тут затворили. Ну, тут медок есть, даже напрыск есть, вот, блестит, ничего сложного. Но мы поставим напрыск в сторонку. Это все медик, да? Это мед, а вот напрыск даже блестит на солнце. Вот есть. Вот. Ну, мы сейчас поглядим. Всю остальную рамочку вынимаем и проверяем, что здесь у них творится. Есть ли матка в первую очередь? Что там есть? Что-то мало их туда. Да, пчелы не сильно густо. Вот, расплодь. Пыльца есть. Пыльцу вижу, матки не вижу. Яиц не вижу. Надо приглядеться, может есть. Ну, в принципе... Ты сейчас ищешь матку, да? Да, главное, чтобы матка была. Ну, сейчас не вижу я. Сейчас, секундочку, гляну на солнце. Да, засевчик есть, яйца есть. Есть яйца, вот. Главное, чтобы матка была. Вот здесь вот яйца, если на солнце прикинешь поближе. В сторонку чуть-чуть, вот так вот сбоку, да. Вот здесь яйца есть и пыльца вокруг. Вижу, сейчас погляжу матку. Так, нормально. И почему эта маленькая семейка? Я тут осенью перевозил семьи, и некоторые семьи просто пришлось поделить пополам, и они оказались... с малым количеством. Вот она, кажется, маточка поползла. Ах, нет, на ту сторону полезла. Сейчас, секундочку. Вот она, маточка. Да, вот вижу, она. Большая. Вот она. Все, маточка на месте, метка им хватает. Для этой семьи пока хватает метка. Если что, мы потом. Раз взяли сиропчик, то значит все нормально. Итак, это слабенькая семейка. Но она пойдет развиваться, уже яйца сеет, развивается. Тут у нас тепло. Так что она спокойно разовьется. Итак, все классно с этой семейкой, друзья. Слабенько, но перезимовала. Удачи вам, смотрите все остальные семьи. Все семьи разные, есть сильные, но по каким-то причинам слетели. Слетели, вот полбаночки высосали с нектарчика, дадим еще назад им. Сейчас потепление. У них есть перспектива развиваться. Медок есть, крышу закрываем. Всем привет! Смотрим еще одну семейку. Погода выдалась прекрасная. И что, нам надо определить, что у нас тут есть. Как они перезимовали, что им требуется. Короче, желательно записывать. Ну, тут пчела сверху лазит. А где она делась, сейчас поглядим. Может, она снизу. Так, сейчас поглядим. Да, вот она снизу. Сейчас мы немножко дымнем и глянем, что эти делают. Ну тут раз, два, три, четыре, пять. Около шести рамок с этой улочек. Шести улочек, это хорошо. Для зимовки перезимовали. Считай, сейчас они на замену идут. Пчела, конечно, будет ослабляться понемножку. Потому что старая сразу... Это самое, старается ноги протянуть. Ну, если успеет вырастить хотя бы расплодик на замену. И тогда будет хорошо. Так. Ну, это напрыск с метком. Я им давал сиропчик. Это боковая с напрыском. Это они поближе подсунули с напрыском. Сейчас поглядим, что дальше. О, это хорошая с медом. Классно с медом. Тяжелая. Вот это с напрыском они залили баночку и здесь с напрыском. Так что им нормально. Ну, я имею в виду, что сиропчик залили. Прекрасно. Смотрим следующую. Это тоже с сиропчиком и пыльца. Пыльца вот тут прямо как раз ты снимаешь. Хорошо. Вот, все классно, для развития пойдет. Вот, самое главное, чтобы для развития пошла. Вот. Что творится здесь, это тоже тяжело. Ну, здесь расплод есть. Правда, немножко побитый, но ничего страшного. Зато достаточно расплод. Одна рамочка с расплодом, все нормально. Семья и меда по бокам для развития пойдет. Глядим дальше.
для февраля это пойдет, друзья, потому что вот еще одна рамочка с расплодом хорошо пойдет для развития, замена будет. И здесь лучше расплод. Здесь расплод более сплошной, лучше расплод. Так, матки я не вижу, может куда-то сбежалась или просто не заметил. Вот, ну будем посматривать. Это вторая рамочка. Это мы будем уже знать, что отсюда мы можем взять хотя бы одну рамочку на какую-то семью исправления, если где что-то пропало. Вот. Смотрим, что здесь у нас. Да, здесь ничего не вижу я расплода. Ну, вполне достаточно. Ну, знаете, погода была нехорошая. Вот она матка по центру. Прямо по центру. Вот она. Да. Вот она. Ищет ячейки. Умница. Старается сеять. Все классно. Итак, друзья мои, что скажу? Все нормально, развитие идет. Где-то две, где-то три рамки, где-то одна. Ну, в общем, эту как раз мы всунем в сиродочку. Они ее подчистят и засеют между двумя расплодами. Они потянут. Пчелы достаточно здесь. И они способны будут обогреть. Когда пчелы несколько рамок, то они обогреют и сделают гнездо на третью. Итак, уважаемые, закрываем, потому что погода не всегда благоприятствует в феврале. И баночки, полбаночка не съели, иначе у них подожди, есть... Подожди, а вот это? Точно, я второй корпус забыл. Сейчас сунем второй корпус. А то тороплюсь, как этот самый старый дед. Эх, память уже не работает. И тут пчела есть. Они тут тоже расплодик, чей-то сиропчик складывают, а потом перекачивают. Ну вот. Вполне достаточно им для развития. Душа спокойно, эта семейка может развиваться. Итак, друзья, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи вам.